Во Всероссийском детском центре «Смена» экспертная сессия обучающихся сквозного образовательного модуля «Я гражданин» и образовательного проекта «Волонтер» с Геннадием Подлесным. Членом экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Краснодарском крае, президентом Центра прикладной социологии и политологии, кандидатом политических наук. Тема сессии «Есть ли место патриотизму в современном мире? Хочу ли я быть патриотом?» Диалог на такую серьезную тему, несмотря на юный возраст сменовцам, получился интересным. Каждый искренне пояснял свою точку зрения. Для меня, во-первых, это трезвая любовь к родине, то есть не слепая любовь к родине, там, с криками, что Россия лучше всех, а именно такая, так сказать, трезвая, то есть с признанием каких-то недостатков, которые, если существуют, то их надо исправлять. В первую очередь, это любовь к родине, любовь к своей семье, близким. Когда человек уходит в армию, я имею в виду из парней, он служит благодаря ей, для нее, чтобы доказать, ну, возможно, для себя, возможно, для своих родных, что он свою родину любит, что он свою родину будет защищать. И когда наступит война, чуть-чуть лучше такого не было, он будет ее защищать до последнего конца. Спикер рассказал ребятам и свою точку зрения насчет того, что такое патриотизм, а позже пояснил, почему выбрана эта тема для встречи со сменовцами. Это исходит из необходимости сейчас поддержать наше государство талантами молодыми и молодыми, условно говоря, сердцами, ребятами, которые, девчатами, естественно, которые готовы будут то знамя, условно знамя, которое несли их отцы, деды, прадеды, поднять и понести дальше. Потому что если мы этого не сделаем, если мы не сумеем условно поднять знамя, то есть если мы не сможем сохранить те традиции, которые у нас были в стране, и не сможем заложить молодому поколению любовь к родине, стремление ее улучшить и защитить, то это государство обречено. И мы не сможем в таком случае никогда продвинуть наше государство на уровень современных государств, и оно, к сожалению, не будет в числе передовых. А также подчеркнул актуальность сквозного образовательного модуля «Я гражданин» в смене. Я думаю, что это очень важно, поскольку смена, она давно уже становится лидером опробования различных инновационных площадок, подходов, в том числе и в воспитательной работе. И то, что делает смена вот с этим модулем, продвигая этот модуль, я думаю, это достойно того, чтобы это изучить. Ну, я все-таки ученый, чтобы это изучить и распространить на другие аналогичные заведения типа ВДЦ, которых у нас, если я не ошибаюсь, 6. Я думаю, что без распространение передового опыта, мы обречены повторять одно и то же. Самый активный участник экспертной сессии Иван Славицкий из Санкт-Петербурга также поделился своими впечатлениями об этой встрече. Впечатления только самые положительные, поскольку этот человек является очень начитанным, разносторонним и вообще очень интересным в плане общения и всего остального. То есть эта встреча принесла мне много чего интересного, то есть много информации и всего такого. Я даже был немного удивлен, что существуют еще такие начитанные и удивительные люди, которые столько всего прошли и теперь продвигают свой опыт в массы для молодых поколений.